Последнее время я вообще ничего не снимал. Так вышло. Было желание стримить. Я и стримил. Сейчас, последнюю неделю, вообще в подвале в соло сижу. Хочется полностью погрузиться в процесс создания, не отвлекаясь вообще ни на что. Из последнего скрафтил вот такую вот скамеечку под заказ. Ничего не снимал. Подумал, зачем? Ведь это уже все было. Какой смысл повторяться? Мне все-таки больше нравится освещать свой первый опыт. То, что я до этого момента вообще никогда не делал. И тут вспомнилось кое-что интересненькое. Этой осенью я впервые в своей жизни кастомизировал музыкальный инструмент. Как-то пару лет назад я прокачал снегокат. Позор. Тогда я вообще не запаривался. А следовало сначала подготовить все детали к покраске, а не просто заваливать поверх старых слоев. Сейчас даже стыдно показывать, как он выглядит. Весь лоск начал отваливаться здоровенными хлопьями уже через пару месяцев. В этот раз я подошел к процессу сознанием дела, а именно по мокрому зашкурил всю поверхность трубы, дабы увеличить адгезию с последующими покрывными слоями. Другими словами, я вот сейчас зацарапываю раструб для того, чтобы на него покрепче грунтовочка легла. Менять облик будем капитально, но главное не залить внутренние части кроны вентилей, поэтому надежно их заматываем малярочкой. Вот так. Дальше нужно все обезжирить. Это действительно важный этап. Я хочу, чтобы новый скин надежно держался, и не хочу повторять старых ошибок. Никакого шлака, только чистый металл. Грунтовка в этом случае просто необходима. Это, во-первых, защитит трубу от коррозии. Я вижу, что в некоторых местах она так и норовит окислиться. Во-вторых, грунт обладает выравнивающим свойством. А это значит, красочка ляжет идеально. Этот кастом я мучу для трубача одной московской поп-панк-группы «Uranium Scrap». В переводе «Урановый лом». Название непроизвольно вызывает желание передать инструменту некий радиоактивный внешний вид. Долбоебик. Нормально. И что-то мне подсказывает, что без флюра тут не обойдется. Ну, допустим, базовый у нас голубой, а на него уже накидаем кислоты. Градиентами выводим в нечто мятное такое. Во что-то такое легенькое. Ох, 94-й. Прекрасный запах. Но это, разумеется, еще не все. Вдоль всей трубы желаю протянуть какой-нибудь пластичный узор. Ну, по крайней мере, начинался он с плавненького. Потом я потихоньку начал внедрять и угловатые формы, и нечто среднее. Короче, импровизация, как всегда. Чистое искусство. В этом мне помогала самоклеющаяся виниловая пленка. Прекрасно подходит в роли трафаретов для разного рода объемных участков. В противовес нежному бирюзово-салатовому оттенку вносим темно-фиолетовый цвет. Да непростой. Прикиньте, он тоже флуоресцентный. И вместе это так смотрится. Короче, это надо видеть. Сейчас заделаю и все вам покажу. Сутки на посохнуть, и потом уже снимаем пленку. Это моя любимая часть. Осталось подклеить прокладки на вентилях и зафиксировать полученный результат лаком. Получилась вот такая вот уникальная вещица, единственная в своем роде. На мой взгляд, это и есть самое прикольное в авторской кастомизации. Я говорю о том самом элементе неповторимости. А что касается конкретно этого экземпляра, то лично мне нравится наблюдать, как довольно темный фиолетовый под влиянием ультрафиолета превращается в ярко-лиловый цвет. И все как будто меняется местами. А если как-то локально подсвечивать, то тут вообще крышу сносит. В общем, работа выполнена. Пора отвезти ее хозяину. Wow.
Блин, я на самом деле переживал то, что они будут херово ходить. Вот, типа... Нет, они и так по-любому будут херово ходить, просто я сейчас могу. А ты обиделся, почему? Потому что они могли купить ее раньше. Но они не купили, они прям смотрели, как я мучаюсь. Вот этим вот. Так это же прикольно. А помнишь, привет. Что ж, друзья, поздравляю его с новым 2019-м. И в честь этого хочу разыграть 3 стикер-пака. Условия элементарные, чекайте в описании. Сейчас праздники отгуляем, и тогда уже разберемся с победителями. Где-нибудь на стриме. Отдельный респект тем, кто поддерживает канал. Мне очень приятно.